надоедать вам спамом в своих сторис. Я решила лучше зайти в трансляцию, потому что у меня прям какое-то желание с кем-то поговорить, а рядом никого. Поэтому как-то так. Приветик всем. Как видно, как слышно меня. Привет, привет всем. Ой, отдохнула замечательно. Загарчик такой у меня. Для меня лично прям я негр просто. Для себя лично. Для кого-то покажется, что я как бы слегка покоричневела, но я знаю, как тяжело мне это дается. Пересматриваю видео с макияжем каждый день. Боже, знали бы вы, как сильно я хочу вернуться на YouTube вот в душе. И как мало времени у меня для этого. Я, возможно, найду себе монтажера. Буду снимать видео, чтобы он мне быстренько все монтировал, и я выкладывала. Кушаю батончик Nestle. Фитнес. Фитнес. Поела картошечки на Тенерифе, и теперь надо худеть. Потому что все, что я сбросила перед морем, я благополучно набрала. Смысл был вот это вот париться. Для двух фоточек, и то уже на третьей уже была на массе. Не, ну как, я в нормальной форме, но... Ну, как бы такое. Можно было бы и лучше. Пусть Ваня монтирует. Он вообще не умеет это все делать. И выставить. Я думаю, до конца недели я должна это сделать, потому что там вообще будет завал с работы, не будет времени даже в гору заглянуть. Поэтому вот у меня время до конца недели, ждите влог. Да, я училась в 25-м лицее только 2 года или 3 года. 3 года я там училась. Да, я не очень набрала, там, ну, полтора килограмма я набрала. Перед морем я сбросила 3, а набрала 1,5. Ну, как-то так. Но, если честно, у меня есть подозрение, что они скоро уйдут, потому что я очень отекла. Мне кажется, у меня больше воды, чем жира, на самом деле. У меня прям веки опухли, знаете, так отекли. Я сегодня проснулась, как пчеловод такой. Не знаю, очень отек организм. Плохое качество. Очень жаль, что плохое качество. На YouTube я снимаю, ну, как бы, лайфстайл, просто жизнь, влоги. И что-то про бьюти. Ну, там, разные макияжи мне интересно снимать. Могу какие-то просто обознавательные темы снимать. Ну, там, допустим, женские какие-то темы, которые могут быть интересны. Про отношения, что-то. Я вообще не люблю делать из себя эксперта в чем-либо, потому что мне всегда это кажется смешным, когда я читаю от каких-то своих друзей. Якобы они эксперты в отношениях или еще в чем-то. У меня фейспалм происходит, поэтому я не люблю никогда сама такое делать. Но в каком-то более-менее допустимом формате это делать, почему бы и нет. Розыгрыш по Fidelity будет сегодня. Я немножко вчера была не в настроении как-то его проводить, поэтому сегодня я вечером приеду домой, запущу программу и выберем победителя. Обязательно расскажу об этом в сторис, ну, как обычно. Ты знаешь, что у тебя тип фигуры груша. Но у меня не совсем груша, я не хочу, правда, ни с кем спорить, чтобы кого-то не задеть. У меня такое что-то смешанное между грушей и песочными часами, потому что... бедер.
Вот. Короче, надо делать себе грудь, чтобы становиться песочными часами. Вообще, это все такие глупости, девочки. Не заморачивайтесь типами фигур. Потому что главное то, как вы выглядите, а не типы фигур. А то, вот, прикиньте, как обидно звучит там треугольник какой-то или просто какой-то прямой человек, но как они красиво и эффектно могут выглядеть. Всем грушам и песочным часам на зависть. Третье сентября, не первое. Я знаю, что завтра 3 сентября. Я имела в виду, что завтра линейка у многих. Поэтому я сейчас удалю эту сторис. У меня просто у брата завтра линейка. И очень многих покупателей из магазина. Завтра тоже первый звонок. Я не знаю, почему так. Может, потому что понедельник. Ладно, ребят, буду уходить. Пришла моя подруга.